снова здравствуйте. Я хочу сделать сырники. У меня творог 5% развесной я брала. Я 10 килограмм. Я возьму чуть больше половины банки. Грамм 700 так где-то. Вот столько я взяла творога. Соли немного, где-то не полную чайную ложку, ванильный сахар, вот такой. Я возьму здесь 2 пакетика, опять же, кто-то жидкий добавьте ванильный экстракт, кто как хочет. Мне что-то жидкий не очень нравится, он очень концентрированный. Так, ванильный сахар есть у нас. 2 яйца я положу сюда на это. Яйца, которые ничего не подготовила. Так, 2 яйца. Средние. Вот. И сахар добавлю. Сахар. 1, 2, 3, 4 хватит. 4 ложки сахара. Все, все это дело мы размешаем. И немного муки. Нет, ты какое слово ты хочешь? Бот. Мир. Миру мир. Все, размешали. Сейчас я хочу переставить. У меня картоха варится. Переставим ее на более... Блин. На более маленькую конфорку. А сюда сырники. Тоже жарю не на большом огне. Прикручу. Не на большом огне мы жарим. Мука. Мука. Я пока положу 3 ложки. Посмотрю. Так, очень много муки, она тогда будет забитая. Так, сразу я приготовлю. В чем я буду их жарить? Кто-то упал. Поэтому насыпаем муку у меня одноразовая тарелка, чтобы не мыть потом. Блин, дай мне манку, там стоит где это. Где? Где мука, все это не стоит. Я мой лайфхак, я добавляю в муку. Вот же, да. Угу. Я добавляю в муку манку, обычную манку. Они тогда получаются, корочка у них получается более хрустящая. Пойдем перекусить. Только не наедайся. И также 3 ложки я добавлю манку. Все это перемешаю. И съем. Не, не могу. Я же на диете. Я же это. Я сама дверь закрыла. Так, здесь у нас готово. Во что мы будем их, короче говоря, окунать. Я так думаю, еще надо будет муки. Все. Жидкое тесто получилось. Так. Конфорку включаем на всю, наливаем растительное масло и убегаем. И убегаем, даже не говорить. Все готовится само.
тесто липнет к рукам, но я же говорю, я можно сделать, чтобы она не липла, но не будет дубовой. Не хочу дубовой. Не хочу дубовой. Не хочу. Чу-чу-чу. Чу-чу-чу. Так. Берем ложку. И формируем сернички. Руку я окунаю в это, в нашу смесь. И вот так вот, не знаю, видно? Да, видно. Вам видно. И формирую сырники вот так. Я всегда делаю небольшие, чтобы меньше сажали. Так смотришь, ого, 5 сырников съел. Уже много. А они маленькие, да. Я сама дверзика. Блин, резала. Как бы не смешно не было, извините, 113 было живого веса поросячьего. Стало 97. Так что не надо лохматить бабушку. Не надо говорить, кто сколько жрет. Что не так? Женя, подтверди. Да. Вот так вот. Я 115 был. Ну и сейчас? Давай. 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 Ну сколько? 102? Ну. 3 килограмма. 115 и 102. 3 килограмма, да. А мог промолчать вообще? В смысле? Ну, промолчать, что я вот неправильно посчитала. Ну, мог просто промолчать. Нет, нет. Ты меня увеличила. Вот такие вот сырнички, короче говоря. Ну, смотри. Чья-то рука. Так, сразу уменьшаем огонь, иначе это будет черный принц у нас. Вот. Жарим сырники. Вот такие замечательные у нас получаются сырники. Я их чуть-чуть притрусила сахаром, буквально граммочку. Вот. Катаем шарики. Хорошо тесто не сильно липнет к рукам даже. Ну, чуть-чуть, граммочку. И вот так вот. Обмакиваем сюда. Обмакиваем смесь, мука и манка. Я даже когда рыбу жарю вот в муке, я тоже немножко добавляю манку. Она дает такой хруст, такой, как сухари панировочные. Ну, не совсем сухари, конечно, но дает такой приятный хруст на зубах. Вот. В этот раз я жарила рыбу. Кстати, Жень, рыба надо было, чтобы ты доел. Уже не забыл, у меня там филешки треть. Так ты наешься, сейчас рыбу делаю с картошкой. Нет, что мне тогда делать? Что делать? Что делать? Ешь? Ту рыбу тоже надо кушать. Не кушай. Она вкуснее, чем это. Не знаю, ты еще ж не пробовал, как ему сказать. У нас это диалог поэтому по ходу готовки. Ну, немного получилось у меня сырников. Можно было и килограмм, честно говоря. Бомбануть. Я люблю. Килограмм, я не весь этот ворох положила. Ну и правильно. Я люблю сырники, мне нравятся сырники. У нас Ритка когда была, боксерша собака, она очень любила сырники. Она сидела глазками своими лук. Все. У меня закончилось, две сковородочки получилось. У меня сырников, короче говоря. Вот такие у нас замечательные сырники. Положила их на салфетку, чтобы жир немножко стек. Готовьте с нами.